А вот с лампами там другая история. А что с лампами? Их срок службы ограничен постепенным истощением катода. То есть катод, который испускает электроны, со временем делает это все хуже и хуже. Эмиссия падает. Понял. Ресурс у них измеряется тысячами часов. Вот старые лампы NOS, New Old Stock, которые сделали давно, но не использовали. Да, легендарные. Они могли и 3, и 5, и даже 10 тысяч часов отработать. Современные? Ну, обычно поменьше. 2,5-5 тысяч часов. Тоже немало. Но все же. Да. И вот тут что интересно, мнения расходятся. Некоторые говорят, оставляйте ламповую технику включенной. Это удобно, звук сразу стабильный, не надо ждать. Но они честно предупреждают. Да, лампы умрут быстрее. Прагматично. А вот другое мнение. Послушал пару часов, выключай. Считается, что жар от ламп вредит другим деталям в корпусе, и сам катод изнашивается от постоянной работы. Уточним, что катод изнашивается не от всего времени нахождения в горячем состоянии, а в первую очередь от количества реально отработанных часов. Есть эмиссия при наличии тока. Ведь даже в режиме молчания какой-никакой шум на входе усилителя